Сегодня в нашем выпуске скупаемся в Карифоре на недельку. Что у нас будет в тележечке? Поехали смотреть. Вот заходим в Карифор, сразу всегда есть первая стоечка, это распродажи. Распродажи, офферы всего. От шампуней до фиников, от шоколада до всяких манных каш, точнее овсяных каш. Всегда есть офферы. Видите, умывалки для лица, и кремчики, и ватные тампоны хорошего качества. Так что всегда можно зайти и посмотреть распродажи. Особенно хорошо, когда они действительно сувенирные, когда кофе, финики, инжир, фиги и все остальное. Мы берем ватные диски 9,50, три упаковки. Да, они прикольные, классные, все это нам надо, это мы берем. Кладем в тележечку. Вот, Sense 1, не знаю, давай зеленый. Полоскалку 27,50. Да, две штучки здесь. Вот, кстати, кто любит всякие мази. Очень хороший тигр. Сколько это штук? Ого, раз, два, три, четыре, шесть штук еще. Масло тигровое, ойл, не тигровое, а в смысле полезное. 22 и 25 центов. И вот еще мази. Это на подарок тоже классное. Вот всякие шоколадки есть. Ну, Таблерон все знают. Вот Dairy Milk шоколадки. В общем, распродажа. Наташа, иди сюда. Ага. Вот всякие такие консервочки тунец, потом тунец сколько, туна, сколько здесь, 4 штучки, 19,75 стоит. И всякие консервы типа фасолька, тоже очень вкусные, особенно разогревать их. 8,50, 3 штучки есть, а есть 5 плюс 1, 12,75. Сколько масла стоит, давайте я вам покажу. Карифоровская. Сейчас цена 22,50. Уже вижу. 22,50. Подсолнечное масло 2 по 1,8 литра. И вот есть на распродаже, кстати, оливковое масло. Одна бутылочка, да? Сколько здесь литр? Да, думаю, здесь литр 19,75 стоит. Я возьму Oral-B. Это 21. Берем, берем Oral-B за 21. Вермишелька за 7 дирхам есть, панзани паста. Такая вот, рожками. И карифоровская, кстати, вкусная, пробовали ее. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штучек стоит сколько? 14 дирхам. Неплохо. Вот, рис есть 5 килограмм, смотрите, 14,50 цена. А там? 19,50. А там 19,50, сколько? Тоже 5 килограмм. Тоже 5 килограмм. Ну, там, тут он жасмин, да, такой вот толстенький, а этот более длинный, по-моему. В общем, риса тут очень много. Наташа удивлена, масло кхи, ну это же распродажа, да, 800 грамм 29,50. Ну, бери, конечно, да, давай. Хорошее масло. Чайки всякие, смотрим, даже корм котикам есть на распродаже. Ну, да, ладно. Да, смотри, не было. Никогда не было, да. Это большие пакеты. Пошли дальше. Это медик, да, черный? Да. Медик, хвойный. Кстати, да, хвойный, но, в принципе, мед здесь не очень вкусный. Мы привозим из Украины. Мне нравится. Сирийский, но он стоит столько, что он стоит раза в три дороже, чем в Украине. Хороший, ну вот, в принципе, не знаю даже. А этот тунец 3,50, а вот медик 49. Это цену смотрите внизу в комментарии. Вещей, кстати, в Карифоре тоже полно. Всякие блайзеры есть прикольные. И, кстати, много всяких футболок типа с надписью «I love Dubai». Дирхам по 10-15, так что всегда тоже здесь можете купить вон, футболочки 10 дирхам. Да, футболки здесь хорошего качества, катон,
Так что есть вариант купить очень много сувениров именно в Карифоре. И фиников, и сувениров, и кофе. То есть много в одном, два в одном, много в одном. Кстати, насчет подарков, здесь панадол очень качественный. Вот 18 дирхам, 48 таблеток, 24, 11, 50. И аспиринчик здесь хороший. Лекарства здесь супер. Вот. Берите на подарок, не пожалеете. Салфетки плотные. 3,45. Вот берем, наверное, 3 штучки возьмем. Сколько, 3? Да, 3 давай. У нас рядом в грошере их нет. Берем только в молах. Дальше варенье Бон Маман. Очень любим мы его, вкусное. Ну давай. Абрикосовое, да, одно берем. Здесь уже медик стоит. Целая куча. Всякие сладости, крекеры, точнее, овсяночка. Но это все у нас есть. Да, дальше. Вот выбор масла. Вот там был офер подсолнечное. Наташа кукурузная хочет. 39 стоит кукурузная. 2 по 1,8 литра. Что же будем выбирать? Идем посмотрим. Да, вот это вот? Да, нормально. Ну, карифоровские масла вообще хорошие, да? Смотри, тут под завязку налито, а тут как? Ну, бери там, где под завязку, конечно. Как разливать будем? Как-то разольем. Ну, надо посмотреть. Давай сейчас я поищу. А вот то, что мы любим, да? Фасолька, либанис рецепт. Ливанский рецепт. 13.10. Ну, на кассе проверим еще, но все равно ее стоит взять, она очень классная. Можно и так кушать, и тепленькое разогревать. Кладем. Дальше мы у кофе. Здесь кофе целая куча. Я такой турецкий раньше покупала, вкусный. Арабский, он такой рыженький. Но сейчас Наташа хочет итальянский, именно Лавацу Росса, да? 25.70, 25.50. Я думаю, что 25.50 пачечка такая, она... Она мягкая. Ну, не знаю, говорят, что кофе в ней не сильно хорошо сохраняется. А, ну это, зерна. Поэтому, наверное, сохраняется хорошо, но... Да. Вот еще, кстати, друзьям брала на подарки кофе с кардамоном вкусный. Рекомендую. Вообще здесь много всяких кофейков есть. И особенно по одному. Сейчас покажу вам. Нескафе, можно вот такой прикольный Нескафе взять, арабс, типа арабский, поштучно. Вот. И раздавать на работе всем. Шоколадки обнаружили, хотели немножко другие купить, вот какие-то новые, новозеландский шоколад. Наташа хочет мяту попробовать. Давай одну шоколадку возьмем. Ну, прикольно, вот есть какой-то черный. Кокосовый, молочный. Ну, попробуем такое. Там миндаль, что там, изюм. Клюква. Клюква. Чем прикольно. Мы хотели другой вариант шоколада, но это тоже хорошо. Да, попробуем. Вот печенюшки на работу возьму за 9 дирхам. Две пачечки вместе. Вкусная, прикольная, рассыпчатая печенька. Наташа остановилась в восторге просто. Подставочки, да, пластик, золотой. Потом золотой пластик, вилки, ложки, ножи. 18 дирхам стоит. Это ж сколько, 6 штучек или 5? 6. Наборчик, ну 18 штук, 18 дирхам. Шикарно, тарелочки всякие. Я для дзен-канала снимала. Какая красота с узорчиками. Сколько там? 250 штук, 21,75 дирхам. Ну, в общем, все, чтобы уютно посидеть на природе по такой-то жаре. Для любителей оливок, кстати, смотрите, испанские оливки классные. По-моему, это испанские. Вот две, 10,75. 450 грамм.
так провернула. Просто помню, что вроде они испанские. Вот такие классненькие порезанные для салатиков. И вот есть целые тоже зелененькие оливки. А, черненькие от маслины, да, неправильно сказала. Тунец? Не, у нас, по-моему, тунца нет, а нужно брать тоже. Возьмем? Да, давай. 13,25, три штучки тунца. Все, берем, кладем в кошек. Вот белый самый вкусный. Молоко вот стоит 2,90, 500 миллилитров, 0,5. Наверное, себе маленькое возьму. На один раз с хлопьями хочется. Слушай, подожди. А я хочу это. Давай сделаем масалу. Масалу чай. О, давай будем масалу чай делать. Все. Это, молоко брать? Да. Давай. Беру молоко. В общем, берем пол-литра за 2,90. Сырок на бутерброды. Мне такой сыр нравится. Твердый, хороший, вкусный. Венгерский. Да, венгерский. 350 грамм, 22 дирхама стоит. Возьму, наверное, две штучки, чтобы на пару недель было, чтобы мы не выходили. Вот он. А, здесь, кстати, спешл офер. 16,90 стоит такой сырок. До 8 декабря. Так надо тут три штучки брать. А этот? Не поняла. До 8-10. А этот 22 стоит, судя по штрих-коду. Конечно, мы возьмем три таких сырка по 16,90. Ничего вот. Не понимаю. Да, ничего не понятно, но так бывает здесь. Нужно просто внимательно смотреть штрих-код. Здорово, что мы заметили это. Прайс. Прайс-офер. Далее минералочка Сан-Пеллегрино. Ага. Вот, в пачечках есть, стоит. Какую будем брать? 26, большую? Что-то подешевело прям. Подешевело? Ну, слава 28, богу. Главное штрих-код проверить. Нет, главное еще посмотреть, чтобы они не вскрыты. Да, раз у нас одна вскрытая была, представляете, бутылочка. Вот это, конечно, был облом. Все, штрих-код совпадает? С кем? А, да, не знаю. Надо проверить, тогда все будет классно. Не, не совпадает. О. Значит, что-то не так. Значит, цена какая-то другая. Надо просто ее щелкнуть по... Но тут же написано Сан-Пеллегрино. Ну, мало ли что написано. Мы же это все знаем. Что если написано, значит, что соответствует. А другой нет. Ну, давай берем это уже. Все равно надо на кассе посмотрим, сколько будет стоить. Сюрприз будет. Будет сюрприз на кассе. Также очень много есть фруктов и овощей, но я снимать не буду, поскольку очень много людей берут. Хорошие цены вот на манго. Но мы снимем, когда уже... Все запечатаем, все взвесим. Вот авокадо. Вспоминается анекдот, я отказываюсь разговаривать без своего авокадо. В общем, да, если охранник нас поймает, что мы снова снимаем, авокадо нам понадобится. А вот такие диковинные прям всякие фрукты, овощи, гуава, что-то еще есть. Да, гуава, а вон какой-то квинс, смотри, желтенький. Что такое квинс, я не знаю. В общем, сейчас возьмем фруктишек, овощишек, упакуемся, вам покажем. Ну вот, конечно, самые вкусные сувениры финики. Они здесь есть разные. Есть паста, есть сироп, орешки. А вот самые вкусные печеньки, мамулы. Это такая печенюшка из песочного печенья и начиночка из финика. Но финик уже без косточки, очень вкусные. Ну вот еще куча вариантов фиников. Очень много вариантов. Вы найдете по всему своему вкусу, по кошельку. А здесь, как ни странно, крабовые палочки. 20 дирхам. Кстати, довольно-таки неплохие. Мы их здесь пробовали. Ну, вообще много морепродуктов. А вот там вам даже могут их почистить и нарезать. Нарезать, что-то я такое говорю. Просто почистить. Яйца сколько? 18,40. И хумус такой Наташа любит 5,50. А мы по 11 брали в нашем грошере. Так возьми пару штук тогда, если нормальный срок годности. До 14-го, ну ладно. Вот такая котомочка собирается у нас. Вот перчик зеленый стоит 3,95 дирхама, а и желтенький 12,40. Но это все равно недорого, поэтому, наверное, возьмем желтенький. А что дальше? Сейчас по мясу покажу. А мясо тут, в принципе, дорого. Ну смотрите, что это такое. Куриная грудка 36 дирхам, 900 грамм, елки-палки $10, 450 грамм, 18 дирхам. Ну, я понимаю, наверное, что органическое, фантастическое, но дорого. Вот есть крылышки, да, 12 дирхам, типа офер.
Сколько ты же там тех крылышков? Ну, наверное, где-то тоже 900. Не, но все равно как-то мясо что-то очень дорого. Наташа берет манго. Альфонсо. Индийские, да? Какая цена? 8,95. Говорит, волохаты возле косточки, но вкусные. Любите манго? Пишите в комментах. Кто любит ананасы, уже кусочками есть порезанные. И цена 5,75 вообще ни о чем. Смотрите, как они красиво здесь выставлены. Да уж, экзотических фруктов здесь навалом. И рыбка есть. Ну и, конечно, приправочки, да? Всякие специи, кардамон, корица. Корица доллар 100 грамм. Прикольно. Смотри, какая красивая арабская смесь. Угу. Еще пишут спайсис, острая. Класс. Ой, класс. Мята есть, орегано. Кориандр. Вот такие сушеные лимончики. Кумин. Розмарин. В общем, конечно, специи, все везде есть. Мы хотим кураги купить, 3,90, 100 грамм, ну, доллар 100 грамм, но это неплохая цена, в принципе. Еще, смотрите, есть и кранберис, клюква, да, и блюберри, получается, голубика, черника. Очень много всего, и, наверное, чернослив возьмем. Вот фига, 3,45, тоже 100 грамм, меньше доллара, надо тоже взять, попробовать. Миксы с орешками всякие. Ну, это вкусно. Ну, кстати, кому надо, уже есть упакованные. Все же стоит упакованное, можно брать. Такие кивички прикольные. Все, выбрали прунсиков. Смотрите, вам в такой пакетик классный кладут, и потом его просто запечатывают. И даже если на подарок берете, пакетик будет классный. Вакуумный. Да, вакуумный будет. Априкот? Сколько? Полкилограмма? Half kilo. Миндаль посмотрим сейчас. Ну, сейчас возьмем себе сухофруктов всяких. Вот смотрите, как красиво заказали. Как красиво сделали. Запечатало, все классно. Вот. Такие вот пакетики могут поехать домой, как сувенирчики. Взяли мы чернослив, курагу, фиги, инжир, точнее. Наташа еще берет там орешки. Наташа орешки уже и покушала, уже и выбрала за... Да, это 59 килограмм, это дороговато, но они вкусные, да? Остальные вот есть за 2,83, но они суховатые. Покажи, как запаковали. Запаковали красиво, а цену можно затереть просто маркером. Thank you. Смотрите, вот уже все наши товары в тележке. Не успели вам все снять, поскольку подошел охранник, и даже последнее видео нам пришлось удалить. Из овощей мы взяли только перец, яблоки, брокколи и манго Наташа брала, это я вам успела снять. Ну, еще много всего взяли, хлеб взяли, круассаны взяли. Хотим вам показать, что есть, когда у вас есть чек из Карифора, такие предложения есть, смотрите. Вы можете их вырезать и получите там 2 гамбургера за 12. Только если вы там обращаетесь, допустим, в Вендис, да, вы должны именно подходить в Вендис, а не в Макдональдсе. Вот, много есть кафешек, вот Royal Deal, Вендис. Crunchy Twins, снова Wendy's. Очень много всего есть. В общем, вырезайте и будете экономить. А за все мы заплатили 500, сумму конечную, 549 дирхам. Но это нам точно хватит на пару недель. Вот такой у нас большой возик. Добрались домой. Смотрите, просто все пакеты. Ох, как вообще это возможно дотащить? Только на такси, естественно. Сейчас будем разбирать. Все, ставьте лайки, всем покушать, всем пока.